Опорный вуз республики и Всероссийское общество знания помогут молодежи Мариэл определиться с выбором будущей профессии. В МАРГУ стартовал двухдневный форум «Знание.карьера» в рамках всероссийского проекта «С места в карьеру». Со старшими школьниками и студентами будут работать ведущие HR и бизнес-тренеры страны, которые поделятся личным опытом. «С места в карьеру» – федеральный просветительский проект для молодежи, который знакомит с карьерными возможностями и предпринимательством в родном регионе. Проект призван помочь определиться с профессией, в том числе путем знакомства с крупнейшими работодателями. Если же школьник или студент не хочет быть наемным работником и мечтает о собственном деле, ему расскажут, как запустить свой первый бизнес. Это профориентационный проект, в котором наши спикеры из разных городов, регионов и столицы могут рассказать нашим участникам, как начать свой бизнес, почему его не нужно бояться, как найти работу, как проходить собеседование, что писать в резюме. В общем, это прям старт в карьеру, действительно с места в карьеру, что поможет нашим дорогим участникам без страха вступить в эту взрослую жизнь с выбором профессии. У нас есть три трека: трек развития, трек карьера и трек бизнес. И мы адаптируем эту программу именно для школьников, да, которые скоро будут выбирать, куда им поступать, на какую профессию выбирать, для студентов из колледжей, которые получили среднеспециальное образование, и, конечно же, для студентов высших учебных заведений, которые вот-вот уже приступят к взрослой жизни. Да, это адаптированная программа абсолютно для всех. Площадкой проекта «С места в карьеру» в Мариэл стал Марийский государственный университет, где по традиции гостеприимно приняли школьников и студентов других вузов, ответственно относящихся к выбору будущей профессии. Один из главных плюсов этого интенсива – спикеры и тренеры говорят с молодежью на одном языке и дают сугубо практические знания, полученные на собственном опыте. Это связано и с представлением о том, какие актуальные профессии наиболее востребованы настоящие на рынке труда, каким образом можно самореализоваться, получить базовое представление о бизнесе из уст и федеральных, и региональных успешных предпринимателей, попробовать даже свой собственный проект буквально за 60 секунд представить. И этому всему будут учить. Наш университет будет совместно с партнерами предоставлять площадки для профессионально-творческой реализации, где учащиеся смогут без сомнения узнать для себя много больше, чем они думают о бизнесе, о том, что это современное предпринимательское дело во многом связано с технологиями, и знание технологий позволяет продвинуть развитие общества в самых разных областях. Форум будет проходить в МАРГУ в течение двух дней. Подробности об этом и других интересных проектах общества знания можно найти на портале знания-раша.ру.